Значит, ребят, что я хочу сказать первое, что, мне кажется, не вполне корректно, как говорится, работает мой ПДА. Вот я вот, смотри, забрать убору ключ в лаборатории, вот, я тыкаю. Вот, я тыкаю, да, туннель. Чего вот я не знаю. Значит, я теперь отключаю, во, опять загорелась стрелочка. Вот, видишь, он там, а, ты ее не видишь, блин. Сейчас вот стрелочка загорелась. Сейчас мне надо как-то отсюда вылезать. Соответственно. Здесь, блин. Все это знакомое. С детства. Ой! Фига себе. С детства. Нам знакомые, значит, пейзажи. Так, что-то вот в этих ямах я еще не бредался. О, смотри, тут у нас артефакты. Это строечка у нас тут какая-то. Так, 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 аккуратно, ребята. Аккуратно. Посмотрим, откуда стреляют. Если издалека. А, издалека, хорошо. Хорошо, хорошо. Это мы справимся. Так, вот краснеет прицел. Так, аптечками воспользовались, блин. А бинтов у меня уже почти нет. Так. Подбираем. И где-то еще одна была. Вот она, еще одна. Подбираем. Так, двигаться я могу. Это счастье. Не перегружен. Так, и теперь мне надо... Так, здесь у меня аномалия. Сюда не надо лезть. Так, вот с этими, получается, мне надо работать с этими ребятами по-любому. То есть надо зачистку производить. Понимаешь, вот стрелочка. Вот стрелочка то горит, то она исчезает. Вообще эта стрелочка. Так, хорошо, этого сработало. Так, откуда еще? Откуда стреляют? Вот в упор к нему лучше не подходить. Так, примем аптечку. И сохранимся. Так, в упор лучше не подходить. Вон он. Вот так хорошо его достать бы. Черт. Хорошо было бы вот его под этим вагоном достать. Блин, присаживается он, вообще практически никакой разницы, что он стоит, что он сидит. О, хорошо. Так, обыскиваем его. Так, бинты забираем, все остальное не берем. Так, сохраняемся. Раз мы уже... Ну почему задание-то провалено? Я не понимаю, почему задание провалено. Чё за нафиг вот? Так, стрелка исчезла. А, стрелка к этому, я понял. Она исчезает, потому как... Я понял, почему она исчезает. Она исчезает, потому что я уже увидел эту... точку, которой идти. Вот она, эта точка, которой идти. Там, видимо, ключ. Там этот Боров или что, я не знаю. Здесь Half-Life. Здесь, я думаю, мы не выберемся. Через эти заколоченные окна. В принципе, сейчас мы можем не спешить, потому что, собственно говоря, по нам никто не стреляет. Можно было бы здесь еще заглянуть, что нам тут разработчики подарили. Дай посмотрим. А, ну, собственно, из этих же ворот. А, так этот труп-то знакомый. Так, по той балюстраде уже ходил. Собственно, а что, с той стороны нет выхода? Так, здесь через эту стройку мы тоже не пройдем, да? Получается. Правильно получается? Правильно получается. Так, а вот этих ребят мы обыскивали. Ух, ёк-махарёк. Ты видел вот это? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Надо первое, самое существенное, ребята, это определить, откуда ведется огонь.
Я их не вижу. Но у меня откуда-то по мне стрельнули. Может быть, гроза, я под шумок. Пока гром гремит, меня тут никто не заметит. О, хорошо. Бинтик. Здесь. Бинтики. Хорошо. Фу. И что? Здесь мы... Пойдем тогда здесь. Сохранимся. Йо, здесь, смотри, ты видел, какая аномалия? А что тут появлялось за надпись? Ух ты, еще один труп. Ну, с такой высоты, конечно, я его не обыщу. Здесь проходим спокойненько. Проходим. На вышку я залезал, не залезал, не помню. Блин, а это что за подвал? Да бесполезно кричать о помощи. Вообще, в принципе, в жизни это бесполезно. Тем более, что я же не свой. Так, аккуратно. Аккуратно. Да как тебе помогу? Тиранули меня, пацаны. Так, а этот еще давай обыщем. Аптечка. Ладно. Пацаны, ну не всхрененно. А это что за туннель? Ух ты. Ух ты. Тихо. Завалил? Нет. Ну, наконец-то. Слушай, куда-то я продвинулся. Сохраняемся.